представляем вашему вниманию источник бесперебойного питания от компании Powercom модели BNT400AP. Источник бесперебойного питания с автоматическим регулированием напряжения. Трапециевидная аппроксимация синусоиды при питании от батареи. Автоматическое определение и выбор частоты 50-60 Гц. Холодный старт, защита от молнии и перепадов напряжения, защита от короткого замыкания и перегрузок. Индикация замены батареи, автоматическая диагностика и проверка батареи. Модель снабжена светодиодной LED-индикацией. Количество розеток, которые расположились на задней части бесперебойника, составляет 3 розетки. Полная входная мощность составляет 400 вольт ампер, а активная мощность 240 ватт. Время автономной работы при половинной нагрузке составляет от 3 до 5 минут. Тип используемой батареи – герметичный необслуживаемый свинцово-кислотный аккумулятор, срок службы которого составляет от 3 до 6 лет. Время заряда батареи – около 6 часов, а вес составляет почти 6,5 килограмм. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.